Привет всем! На моем канале вы найдете полезную информацию по фармацевтическому оборудованию. Наша компания занимается автоматическими фасовочными машинами. Фасовка осуществляется в пластиковые банки, тубы, блистеры, счетчики таблеток, капсул, мелких предметов для упаковки по количеству и весу. Компания Романа Цибульского «Минипресс.ру» занимается поставкой большого ассортимента фармацевтического оборудования из Китая, Кореи, Индии, Европы и других стран. Мы выполняем работы по поиску, подбору, закупке, доставке, таможенной очистке оборудования с доставкой в любой город России и стран СНГ. У нас самый авторитетный каталог различного оборудования с описанием на многих языках. Нами производится доставка грузов из Китая в Россию и страны СНГ по воздуху, по морю, железными автомобильными дорогами. Наш специалист ежедневно проводит консультации по технологиям фармацевтического производства. Подбираем оборудование и отдельные машины для производства продукции по образцам клиента. Весь комплекс дополнительных услуг. Поиск расходных материалов, упаковки. Размещаем заказы в типографиях Китая. Имеем большую базу информации о производителях фармацевтической и ветеринарной продукции в России. Наша компания имеет офис в Шанхае и несколько менеджеров, которые помогают в работе с китайскими поставщиками. Эти люди очень долго работают с нами, и мы их полностью контролируем. Когда фабрика заключает контракт с нашей китайской компанией, то мы легко через суд вернем деньги клиента. Это придает больше ответственности фабрикам при работе с нашими заказами. Китайские фабрики ценят постоянных партнеров и клиентов, от которых к ним регулярно приходят деньги за оборудование. Мы помогаем нашим клиентам. При начале работы мы максимально четко стараемся понять задачу клиента, чтобы минимизировать риски при покупке оборудования, которое не будет работать. Наша задача – дать вариант оборудования, которое решит проблемы клиента. Роман до 60% клиентов отговаривает от покупки оборудования, выбранного ими самостоятельно. Это свидетельствует о наличии скрытых проблем и непонимания процессов и технологий нашими клиентами. Спасибо, что смотрели. Отличного вам настроения. В общем, делитесь этим выпуском во всех социальных сетях, ставьте лайки, звоните в колокольчик, напишите в комментариях, если что-то вас заинтересовало.